Так, Сергей, вас не было на Ютубе целых полгода. Скажите, где вы были? Какая вам разница? Все равно я вам ничего не скажу. Ясно. Значит, не хотите по-хорошему? Будет по-плохому. Почему тебя не было так долго? Ладно, ладно, я все вам расскажу. Все началось еще летом. Я хотел выпустить крутой видос, но было некогда. Работа не давала мне это сделать. Я ведь актер и работаю в театре, а у театра иногда бывают гастроли. Вот я и ездил по разным городам России и даже за рубеж. Более того, я получил права и купил машину. И вместе с женой и собакой мы отправились в Екатеринбург, а потом обратно в Ростов. Еще я сделал ремонт, снимался в фильмах, сделал целых 3 ролика для медиалузера и рисовал граффити. Ну, допустим, все вышеперечисленное заняло у тебя максимум 3 месяца. Что ты делал все остальное время? Я правда очень много проводил времени на работе, но потом у меня появилась Nintendo Switch и меня затянуло. Ясно. Значит, ты просто ленился. Но почему ты мне об этом сразу не сказал? Мне было стыдно. Меня не было целых полгода, и я бы хотел попросить прощения у вас. Ты не передо мной извиняйся, а перед ними! Кто все эти люди? Это твои подписчики. Ничего себе, целых 2690 человек. Простите меня, пожалуйста. Ты предал свою аудиторию. Ты забыл о нас. Что мы будем без тебя делать? Как ты извинишься? Я знаю, как загладить свою вину. Всем привет, дорогие друзья. Да, меня не было полгода, и я стыжусь этого, но ничего страшного. Поэтому я бы хотел разыграть среди вас, дорогие мои подписчики, вот такую классную футболку с моим дизайном. Главное, быть подписанным на мой канал, естественно, и написать комментарий о том, как вы провели последние полгода. Самый интересный, креативный, безумный комментарий получит вот такую классную футболку. Победителя розыгрыша я объявлю в следующем ролике, который выйдет в начале декабря. А еще, друзья, я бы хотел попросить вас подписаться на мой инстаграм, в котором я каждый день рисую одного случайного, абсолютно случайного подписчика. У вас есть шанс выиграть, ну, крутой портрет. Вот, смотрите, что уже получилось. Вот они, вот. Какие рисуночки. Ну, собственно говоря, вот и все. Друзья, я бы еще раз хотел попросить вас подписаться на мой канал, подписаться на инстаграм, ну, везде ставить лайки, колокольчики, ну, вы все сами знаете прекрасно. Спасибо вам, что вы ждали меня и, наконец, дождались. Ролики будут.